Ян Павленко – выпускник одной из актюбинских школ. Свое будущее юноша связывает с телевидением. Учиться он собирается на телеведущего. Поэтому камеру не боится и на сцене ведет себя свободно. Он в числе тех, кто будет вести молодежный фестиваль «Жастулек». Ян признается, что о школе у него самые светлые воспоминания. Школа, конечно, запомнится навсегда. Я думаю, любой человек со мной согласится, что школьная пора – это одна из самых беззаботных, одна из самых веселых. Когда ты уже взрослый человек практически, но ты еще не полностью несешь ответственность за то, что ты делаешь, за то, что ты говоришь. Конечно, я буду с радостью, с грустью вспоминать прошедшие школьные года, что очень много веселого и замечательного произошло со мной в этот период. Областной фестиваль «Жастулек» по традиции состоится 20 июня в парке первого президента. 156 выпускников будут награждены знаком «Алтын-Бельги» и ценными призами. Правда, пока не оглашается, что это именно будут за призы. Особо будут отмечены те, кто набрал самые высокие баллы по ЕНТ. Трое учащихся, трое выпускников, набравшие самый высокий балл в едином национальном тестировании по области, это 124 балла, они получат из рук акима области также ценные подарки. Всего в выпускных вечерах примут участие более 2,5 вчерашних школьников. В этом году в программу решено включить получасовую дискотеку. После завершения фестиваля выпускники разойдутся по своим школам на церемонию получения аттестатов. Там же пройдут выпускные вечера. Проводить их в увеселительных заведениях в этом году запретили, чтобы избежать непредвиденных инцидентов. Алиса Маринец, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».